Короче, решили мы на море сегодня не идти. Так как сегодня все на море, мы решили прийти на соленое озеро. Мне, кстати, кажется, сегодня машин меньше и людей меньше. Потому что, опять же, из-за того, что море сегодня хорошее, сразу же эффект. Ну, хватает. Ну, мы поставили даже машину бесплатно. Вот вам результат. И очереди в туалет, вот и в душ нет тоже. Ого, какая грязь красивая. Ты тихо, ты. Ты же трусы снимаешь свои. Я не снимаю. Людей не пугай. Ну что, людей сегодня поменьше, да? Да, опять же, потому что море. Море сегодня хорошее. Ладно, давай. Блин, опять лягушечек наших дома остались, что мы стали их забывать постоянно. Температура, интересно, холодная вода. Хотя кому это интересно? Неинтересно, не пишут. Что за детский сад? Что за лягушечка? Что а за я без нее не могу. Ладно, привык. Когда июнь еще, я понимаю, значит, начало сезона. Всем интересно знать, какая температура моря. Аня говорит, что вода не держит. Не держит? Нет, держит как на море, но не как на соленом на озере. Простом море? Или да, на Средиземье? Как на бассейне. Я иду проверять. Ну, а тебя что, в море вода не держит? Так нет. Точно так же? Ну, я там с камерой на море не могу. Ну, пошли вместе. Ну, пошли попробуем. Ничего страшного, там охранников сидит, пошли. Там охранников полно, пойдем. Нет, пошли попробуем, не верю я. У меня нормально, я вон в шапке, в очках сейчас. Ну попробуй, не верю. Как это тебе? Он, кстати, пришел уже твое место. Сейчас попробую, не знаю, я только шел. Все соленое, все... Что такое, вот, по ощущению. Все как и раньше, соль сразу выступает. Вот мы заходим. Ложимся вот так вот. Опа, и все. Вот ноги. Вот я лежу, вот рука, вот ноги. Все держит. Ну да, она чуть-чуть просто спину выпрямит, вот так вот будет. Ну таз типа тонет, она имеет. Ну вот без рук, лежишь без рук, все нормально. Аня. Ну лежу нормально все. Или ты имеешь... Не, ну, можно мобилку взять вот так в руки и все. Ноги сложил вот так вот. Красота. Все нормально, все как и раньше. Сейчас развернемся. Солнце. Спокойно плаваешь. Ну, не знаю. Водичка прохладная, хорошая. Наслаждайся. Вот ноги. Вот я. Все. Класс. Кайф. Советую всем сюда приезжать, наслаждаться нашим мертвым озером. Красота. Ой, чуть-чуть разворачивай. Надо ноги вот так шире ставить, и все, и тогда тебя не развернет. Ты все, и плаваешь, ложишь голову на, ну, закидываешь, смотришь небо и плаваешь себе, балдеешь.
чтобы полностью все, как говорится, обрабатывалось. И уши, и волосы. Нырять нежелательно, потому что глаза попадет, будет. Еще, говорят, нежелательно писать. Так что лучше не рискуем, потому что соленость. А так, хрен его знает. Не знаю, по какая плотность от соли, но какая соленость. Надо почитать, это же известно. Вот солнышко как светит. Уже вечер, кстати, около 7 часов вечера. Все. Класс, балдеж. Аня говорит. Наверное, сильно загорело. Загорелые, наверное, это, тонут. Что-то невеселая песня моя. А что с тобой? Обиделась? Лайков мало ставят. Комментарии не пишут. А что такое? Что ты на меня показываешь? Я плаваю, ты не плаваешь? Ты с нами не разговариваешь? Прикольно. Что это значит? Что ты машешь? Ну ладно. До свидания. До свидания. Кстати, авто, маршрутка стоит 5 гривен или пятерка? Какие 5 гривен? Что я придумал 5 гривен? За 5 гривен даже в туалет не скочишь. Или чего? В туалет душ 5 гривен, не 20? Да. Никого нет. Сейчас идем, Аня говорит, внесем вклад финансовый в соленое озеро. Короче, передумали, некуда вещи положить. Начали спорить, блин. Решили отнести в машину. Отошли от душа, они говорят, да ладно, ну его нафиг, поехали. Не такая она и соленая, да? Думаешь, на машине, не на велике. Ну да, на великах пришлось бы помыть. Лучше берите с собой. Обмыть. Если вы на машине, можно ноги обмыть. Я не знаю, я наоборот не хочу ее смывать. Я не за этого. Пусть кожу впитает. Мне холодно, я сейчас выйду с этого ледяного душа, буду стоять и еще. Я не знаю, я не захотел, потому что мне впадло. Я лень, мне лень, вы знаете. Я великий не хочу. Мне просто лень мыть. Иди, говорю, я плачу. Да почему? Плачу, блин. У нас каждый сам плачет. Ну да, кто-то, конечно, своим умом подумает, что я... А, уже кто-то меня обзывал. Жадным. Зашла без слов. Ничего, машина, смотрите, какая. А я уже говорю, иди, я плачу за этот банкет. Все. За этот праздник жизни. Открывай. Прикол, блин. Все, помоемся. Мы, короче, так и не помыли. Решили все-таки не идти. Так мне нормально, пусть соль впитается. Так полезная соль. Она должна впитаться. А та какая от нее это? Что ее, с это? Блять, что такое? Стали, нет, задавлю. Ребят, самое ужасное во всей этой ситуации, когда мы первый раз попали года 3 назад сюда, и мы были на великах. И это была труба реально, потому что мы пока доехали до горячего, я растерла себе все, что только можно. Везде, где швы от плавок, особенно если жесткие с резинкой, подмышки даже просто, до ран. Что такое? Ничего, я стою, жду, пока ты поговоришь. А чувак нас снимает, видишь? Кто? В машине перед тобой стоит. Всякий? Семена снимает. А потом выложит в Инстаграм. Пускай. Ну, чувствуешь, как впитывается? Чувствую, что сейчас о, Харьковский за рыбой буду ползти. И мыться. Че? Так там есть бассейн специально. Так я сейчас и пойду, говорю, отсюда мыться. Уже потом торты искать. В центре. Ой, что-то соль видно. А ну это уже опять торты, опять рыба. Да, опять вот и жизнь у вас. Нет, чтобы весь мир объехать, блин. А вы, блин, все одно и то же. Мир не объезжаете, города не объезжаете. Какой мир? Мы вот сидим за компьютером. Вот тут 5 рублей на душ. Каждый день новая работа, новая страна. Пишем вам комментарии. А вы все одно и то же, одно и то же. Блин, какие-то вы, блин, блогеры, блин. Нищеблогеры. А мы вот такие воззрители, офигенные. Каждый день в новой стране и смотрим вас, да? Прикол. И передаем оттуда приветики. Да, что происходит, смотри, что такое, куда ты едешь, не едешь. Соблюдайте движение. Ребенок, да? Да? А, я понял. Короче, тут кого только не увидишь. Папы пьют, мамы, блин, дети ездят за рулем. Пап, ну да. Лучше... Женщин тут представь, вообще за рулем, немерено. Лучше за ребенка штраф заплатить, что у него прав нету, чем за пьяного. Наверное, точно, я думаю, да.
Это интересно, кстати. Это да, так ты скажешь, я просто дал ребенку покататься, ну, может быть, пройдет как-то, да? Да, прикинь, интересно, а что, кто опаснее, пьяный или ребенок? Конечно, пьяный опаснее, да? Ребенок же не пьяный, он просто ребенок, за что его наказывать? Папа сказал рулить, да? Ну, да, не, да я сам, ребенок, скажи, что сам взял. Да, интересно, надо подумать над этим на будущее. Приехали на рыбный рынок. Мы сюда как на зарплату ездим за рыбой. Рэкет рыбного рынка. Я хотел сказать, смотри, у меня специальные трусы есть. Трусы я пошла. Им 200 лет. Я их только чисто одеваю такую в тяжелое купание. Соленое, горячий источник, соленое озеро. Потому что они уже выгоревшие, они уже просто. Ну, им, наверное, лет 15 этим трусам, но они еще не убились никак, это рыбы. Но когда они вот высохнут, я вам покажу, какие они выгоревшие, выцвевшие. Это я их в багажнике, они у меня всегда лежат. Здрасте. Мы сюда как что-то зачистили. Да зачем мне, не надо? Ножки не сипят? Сейчас, подожди. Это паста зубная, да? Да, она натуральная, с мисваком турецкая. Ну, как МВФская, очень хорошая. Так. Какая, ты говоришь, крымская? Какая такая? Настоящая крымская, да, прямо с Крыма. Крымская. Это эксклюзив. Это сейчас. Царство аромата в масочке живые. Ну все, с Крыма что-то, что пришло, это, наверное, контрабанда. Да, вот еще сливочки вот такие вот пришли. Очень хорошие. И вот эти вот бальзамы, это мулатка для загара, бальзам такие здоровые. Серьезно? Для суставов, при болях, мышцах и суставов. Класс. Аромасепт, ну, люди знают эти бальзамы. Потом есть при насморке и гайморите, вот это, вот это вот, да, очень бальзам? Замечательная смесь. Вот, это не умирающие бальзамы уже, ну, я не знаю, последних 50 лет, наверное. И очень хорошо. А, это для комаров. А от комаров, да, это натуральная, да, тоже. И вот, да, что-то от комаров? Да. Это сейчас тут в наших краях очень актуально, да? Да, ну, вообще, тут... У вас столько всего интересного. Маслечки, да, эфирные. Поэтому маслечки, я ждаю, да. Спрашиваю, чтобы люди, потому что люди зайдут, разбегутся глаза, так они же будут знать, зачем они пришли. Вот да. Что именно, вот я хотел, да, такое, чтобы спросить, что, зачем людям сюда стоит идти, вот, чтобы ехали. Натуральные зубные пасты. Натуральные вот, да, это, вот это они или это да. Не пасты? А, это кремы для рук, пасты или пасты, где? Пасты вот снизу. А, вот это пасты, да? Большие вот это? Да, да, вот эти большие. А, вот это такие. Вот знакомые. Эти, жемчуг даже есть у нас, вот эти турецкие. Вот, потом есть косметика питерская, вот. Это вот это, да. Косметика питерская, да? Угу. Ну, тоже она очень узнаваема. Невка. Очень хороша она. Потом маселки вот эти вот разные, с виноградной косточкой, любые. От всего для всего. Потом вот эта вот позиция, это Butter and Flourish. Это для тела, это форма масла. Это крымское масло, только натуральные компоненты. Оно... форма твердая его, но его когда рукой берешь, оно сразу тает и увлажняет кожу, и в коже остаются вот эти растительные компоненты. А это что за дядька бородатый? А, это новая позиция, шампунь для бороды и усов. Ничего себе. И масло, да, интересное очень. И это тоже для бороды? Да, ничего да. Такого не видел, оказывается, такое есть. Да. Ну, ну маски, ну, это для да, укрепления это как... волос. Шампуни натуральные, все профессиональные, круто. Да, это да. Прикольно. Ну, я только в этом разбираюсь, вот это у меня. Я уже пользуюсь 3 или сколько, 4 года, и просто запах, ну, мне нравится, ну, вот все, которые у меня есть, я даже не знаю, тут таких есть. Ну, не, вот я вот это, конечно, обалдею, да, я теперь да, не знаю, как я без них жить буду. Я постараюсь, чтобы не жили. Это мыло, да, такое красивое? Да. Да, тоже на подарок можно такое, да. Да, интересно, мне нравится к вам заходить, тут смотреть, все так можно. Кстати, я думаю, вот, да, вот такую позиция. Можно взять, главное, да. Самолет с ней не садится. О, а это что у вас? Это петербургская роспись. Да, вот это, ничего себе, красота какая-то, не каждый увидит. Надо как в супермаркете ставить, то, что надо продать, надо ставить на уровне глаз.
А, вот еще классная кошка. Кошка, да, махает. Это что-то, которое машет рукой, да? Да, японский кот. Это же она тоже продается? Да, тоже. А сколько она стоит? Кошка большая, 350. 350, офигеть, классно. А это лампы солевые, да? Да. Ну, шикарно у вас, шикарно. Короче, интересно. Вот это я еще помню с прошлого раза. Вот эти все собачий жир, да, дельфиний это... жир, рыбий жир. А есть масло что-то... чайного дерева. Это вирус. А, вот. Дельфина. Масло чайного дерева. Амарантово, не знаю, что это. Но вот это дельфиний жир и собачий жир, это вообще. Жир печени катрана. Нифига себе. Такого я не знал даже, что есть. Этот как дикарь. Как дикарь. Вот, смотрите, льняное масло. Конопляного нет масла. Это самый мощный антиоксидант. В нем содержится витамин Е. А, как интересно. Масло зверобой. Шикарно, класс. В общем, вы все знаете, это место номер 14. Напротив места номер 9. Напротив рыбки. Это Танюша. Вот такие вот бальзамы очень хорошие. А, вот, у меня же такое есть, да, я знаю. Да. Я им открыл его уже, попробовал и берегу теперь берегу. Я вообще бережливый, поэтому сразу все. Сразу все берегу. У меня даже еще, наверное, духи, ну, масла вот эти, да, которые, у меня, наверное, самые первые еще. Я вот, мне осталось чуть-чуть, и я оставил все равно, чтобы у меня как коллекция. Я боюсь, чтобы оно кончилось. Вот как-то так. Да. Спасибо. Классный котик. Это на удачу или на что? Это японский кот Мелке. А, японский, я думал, китай. Японский. Символ благополучия и счастливой семейной жизни. Как он работает? Ну, это на чем? К коту прилагается легенда. Можно активировать зоны там, где не двигается энергия. Ставим туда кота, активируем зону. А так, когда-то у японской девушки был любимый кот. Приехал к ней жених. Uh-huh. А кот вцепился в ее платье, такое длинное, uh-huh. Вот, у японок платье длинное, и вцепился. Он подумал, что он на нее нападает, и отрубил коту голову. Девушка расстроилась и прогнала его. Вот. Потом он сделал кота из камня, из дерева, из глины, и она его простила. Uh-huh. И это стало символом благополучия и счастливой семейной жизни. Uh-huh. Похоже на правду даже. Mm-hmm. Класс. Все, котик пусть пока постоит до нашего отъезда, если никто... Ну, чувствую, как покажу видео, сразу его купят. А мы возьмем такую пасту для пробы. Это еще раз... А, тут паста с мисваком. Я не понимаю, что мисвак это индийская палочка такая, ага. Которая чистят, которая используется для чистки зубов. А, это индусы чистят палочками? Да, палочками чистят дерево такое. А здесь паста, да? Есть, да? А это паста. Очень интересно. С натуральными компонентами. Супер. А она чья вообще? Турецкая. Турецкая. Супер, спасибо большое за подсказку. Попробуем, расскажем потом. Всем потом расскажем про эту пасту. Зубы покажем, а то желтеют уже. Надо. Они же не пожелтеют, наоборот должны быть. Нет, нет. А то палочка желтая, они. Только палочка желтая. Спасибо, Танюша, большое. Картины Гапчинская. Ну, то я же хотел только спросить, чьи это? Настроение. Гапчинская, она известный иллюстратор, она иллюстрирует детские книги, открытки. Это настроение, эмоции, позитив. Ну это именно рисунки, да? Да это на холсте? Рисунки, на холсте, да? Да. Не холст? Нет, нет. Ну что, мне показалось, вообще думал, или выше ван, выше-то это, или сразу не поймешь. Какой-то материал. ДСП. А, это прямо на ДСП? Да, да, да. Прямо на листе ДСП это рисунки. Я понял. Интересно. Ну это не штамповка, это ручная работа. Ручная, да? Да, да, конечно. Ну это ж... Под нее, короче. Ну, ага. Очень хорошего качества и... Ну, а сколько стоит? Цена какая? 200 гривен маленькие, 275 большие. Ага. Ясно, понятно, спасибо. Короче, посмотрите, что творится. Посмотрите, что творится. Не могу
поставить машину. Кружляю, Аню высадил, она пошла в этот супермаркет, как всегда, за тортиком. Негде машину поставить, блин. Что за аншлаг на Азовском море? Так, блин, это не выходной уже день. Смотрите, что происходит. Мест нет, как говорится. Офигеть, офигеть. Офонареть. Сейчас Аня выйдет, меня не найдет, будет искать. Ну. Ну что, опять кружок будем делать? Разворачиваемся, едем опять, может кто выйдет. Смотрите, что я творю. Кренделя выкручиваю здесь. Тут не то, что проехать, тут и пройти, я вижу, тяжело. Людей, смотрите, идут, едут. Вот такой вечер у нас. Смотри. Честно, мало помню такого. Может, когда-то и было, но что-то я не помню. Взяли машину один раз, блин. И не можем, блин, лучше бы на великах поехать. Я стану здесь, короче, с краешку. Или все что буду выпускать по одному. То Аня меня не найдет. Тут стоит. Все, стоит. Ну да, кто-то выезжает, может там заедут. Блин, ладно. Вот такие дела, ребят. Все, ладно, наверное. Ну, может, вечерком еще увидимся. Но пока, пока прощаемся. Ой, смотрите, что уже началось. Ну вот, разъехался. Мулатка. Маечку одела, слилась. За сегодня загорела, за час. Ты загорела? Да. Царь во дворца, царь во дворца. Никто не занял мое место?